Всем привет, дорогие подписчики! В последнее время мне понравился ваш актив. Очень понравился. И сегодня я вам хотел сделать ролик по вашей любимой рубрике «Персонаж против персонажа». Она и просмотров много набирает, и лайков, поэтому хоть и мне канал и не прям так отличный, не популярный, но если будет много популярности, мой канал будет улучшаться. Я перейду на компьютер, все будет только круче. Ну, давайте вот наберем хотя бы на моем канале 30 подписчиков. И у меня был на канале выбор, что сделать. Лайми против Дискомишку или Дискомишка вот... против Лэми. Ну, я вообще выбрал Рассел против Лаки. Что ж, перейдем. Перейдем к теме ролика. Рассел против Лаки. Давайте перейдем к Расселу. Оружие. Что у них за оружие? Вот у Рассела вы сразу видите. Ой. Я забыл, как эта штука называется. Ну и у него на руке есть крюк, чтобы вы знали. Вот, вы можете его увидеть. Вот крюк. И вот эта вот штука, я не помню, как она называется. Ну, что-то знакомое, но я не помню, как она называется. Поэтому напишите в комменты. Что ж, у Рассела довольно богатое оружие. Перейдем к Флаке. У Флаки же вот такая вот мачете и иголки. Иголки. Она может превращаться в клубок, то, что вы видели. Она, я называю это «Привет от Соника». Она еще так в «Амнезии 3» делала против Лэми. Вот она снова это сделала. То есть у нее мощное оружие колючки, типа. Она еще может сорвать колючку, типа. Вот, Флиппи это сделал, как оружие. Ну и в принципе Флаки. То есть и колючка Флаки, чтобы вы знали, довольно сильная. Ну и у Рассела тоже мачете сильные. И тут я ставлю им ничью. И по количеству, и по силе они одинаковые. Рассел уже очень мощный и очень сильный. Но насчет Флаки я не знаю, но я не видел, чтобы она была бы такая быстрой и сильной. Также у Рассела есть морские обитатели, то есть вот такой вот огромный осьминог, акула из короткого фильма про него, киты из «Амнезии 4», в общем, у него все представители животных, и сам он очень-очень-очень сильный. И именно, вы видите, он очень быстрый, и если Флаки будет драться с ним в рукопашку, то она проиграет. То есть 1-0 в пользу Рассела. Третье, это их сильные атаки. Я называю их, ну, то есть сильные атаки, то есть как козыря атаки, то есть как вы видите. У Рассела же это морские обитатели. То есть на суше он и так сильный, но если будет проигрывать и рядом есть море, то вам хана, потому что, ну, типа, он вызовет какого-то кита, какого-то осьминога, какого-то... каких-то акул, каких-то рыбешек, а в море же и то есть опасные монстры. Поэтому мы знаем, в принципе, с вами, что тут у Рассела это морские обитатели, именно прям их сильное оружие. Что ж, насчет у Флаки. У Флаки же это, когда она превращается в клубок. Она становится очень мощной и сильной, что может разрезать челика просто по кусочкам. Ну, тут я даже не знаю, что круче. Но смотри, эти морские обитатели, вот, Флаки может их порезать как бы. Как бы она со всей силы и дури может их просто, наверное, насквозь разнести. И я, типа, не знаю, кто сильней. Типа, она может их просто разнести. Но, допустим,
наверное, я даже не знаю. Я думаю, что сильнее по Любасу это, наверное, Рассел. Тут третья или какое там четвертое? Напишите в комменты, что это. Третья или четвертая? Ну там, типа, я имею в виду, напишите, кто именно сильнее. Ну то есть, кто в этой способности по-вашему сильнее? Третья или четвертая? Напишите в комменты, кто по этим способностям по-вашему сильнее. Ну, я вот думаю, что перейдем к выводу. То, что если Флаки будет драться с Флиппи, то тогда она... Ой, с Флиппи, блин, с Расселом, то тогда она проиграет. Потому что у Рассела и киты, и очень, в общем, большая скорость, сила. У Флаки тоже же есть. Ну, она может ему нанести урон, ущерб. Но не думаю, что она прямо сможет его добить. Так что я думаю, что сильнее Рассел. Но если уже вы считаете, что это не так, то напишите в комменты. Да. Всем пока и удачи.